Мы приехали в замечательный город Пирот, и у нас только одно сожаление. Дошли мы в дивен град Пирот. Имамо само едно, збок чего можем да се жалимо. Вот, вот здесь мы будем совсем недолго, так сказать, где-то час времени проведем на фабрике Тигр. А жалимо се збок того, да совсем мало времени ćemo провести на подручи ове фабрике Тигр. Вот, это, конечно, фабрика вызывает восхищение, вот, а руководство большое уважение вот, за то, что видели, такая огромная фабрика, развивающаяся, живущая. Наравно, ова фабрика може да изазива само надахнуће и усхићење, а делатност руководства самопоштовање, јер то је абсолютно огромна фабрика која непосредно се развија и самостално делује. Вот, я думаю, что, конечно, наше время, вот, производство – это одна из наиболее таких тяжелых вещей, но одна из самых необходимых для страны. Это касается и Сербии, и России. То есть нужно увеличивать производство, делать качественную, конкурентоспособную продукцию. Вот, без этого невозможно, чтобы страны наши поднялись. И равноравно, у наше времена производня есть одно от наитежих ствари, але есть и от наинеобходних, наипотребних за живот земли. И то важи и за Сербию, и за Русию. И онда потребно что више повечавати индустрийскую производню, не само повечавати некои да урадим ову производню, что квалитетнее, ради благостанья и конкурентности. Поэтому мы хотели сказать спасибо за приглашение в город Пирот. Нам было очень интересно, и мы познакомились с удовольствием с фабрикой, вот, и мы надеемся, что появятся возможности, мы их обсуждали с генеральным директором для большего сотрудничества с Российской Федерацией. И онда желим да изразим велику захвалность на позиву да посетим овој град Пирот. Са задовольством смо се упознали и са радом фабрике и могу да кажем да то је било врло интересантно. Ја се надам да ће се појавити могућности, у ствари ми смо већ разматрали са господином генералом директором ове могућности за повећање сарадње са Руском Федерацијом. Вот, сотрудничество это может быть носить различный характер, вот, и у нас одно из направлений, где как раз может повышаться сотрудничество, это вот автомобильная промышленность, это предметы каждодневного спроса, это, в общем-то, то, чем занимается фабрика «Тигр». Наравно, сарадње може да се одвије по неколику правца и ми смо већ то разматрали. Пре свега, то је сарадње у вези производње аутоделова за автомобилску индустрију, али наравно и у вези производње предмета такозване свакодневне потражње, а то је управо то чиме се бави фабрика Пирота, Тигр. То есть часть производства, которое раньше размещалось в Турции, сейчас российские компании ищут в Сербии, вот, и ближайшие, буквально завтра приезжает сюда делегация как раз с Русского автомобильного завода. Так что мы надеемся, что такие контакты будут, и здесь будет больше ясности, в каких направлениях можно сотрудничать, что можно найти вообще, чтобы это было интересно и за сербскую сторону, и за российскую. Могу да кажем да сада руски компании активно траже да би смо могли заместити неки делови своје производње који су они поручивали у Турској. И они сада траже да ли се то може да произведе у Србији. Я могу да кажем да буквално већ сутра овде у Србију ће допутовати делегација неколико руских автомобилских компанија. И ми се надамо да ће се ове контакте наставити и они додати јасноћу у дали развој и правац сарадње фабрике Тигр са Русијом. Я се надам да ми ћемо пронаћи такве предмета сарадње от обостранных интересов.